Я верю, что в каждом человеке живет ребенок. В каждом. И в учительнице, и во враче, и в непонятном финансовом директоре. Взрослые пытаются спрятать детей в себе, не слышать их, засунуть куда подальше и поскорее забыть, что они тоже когда-то были детьми. Но на самом деле они продолжают верить, что если сдуть с носа упавшую ресничку, то желание обязательно сбудется. Продолжают бояться темного чулана. Они знают, что если расскажешь секрет, доверенный тебе другом, отсохнет язык. Что если долго-долго идти на запад, вернешься туда, откуда начал путь. Хотят шлепать босиком по лужам, с наслаждением лизать эскимо, прыгать через веревочку, запускать воздушного змея. Они до сих пор летают во сне. Но когда просыпаются, уже не помнят об этом. А когда они смеются, в их глазах я вижу тех детей, которыми они когда-то были. Жалко, взрослые их не видят. А то они бы обязательно вспомнили, какими добрыми и открытыми были когда-то. Как они верили в чудеса и сказки. А ведь дети вырастают, но не исчезают. И все эти несостоявшиеся балерины, космонавты, каскадеры и президенты живут рядом со взрослыми. И когда эти дети просыпаются, взрослые по-другому смотрят на мир. Как будто вдруг сняли солнцезащитные очки. Они начинают наконец-то понимать своих детей, интересоваться всем на свете. И сколько всего нового они начинают видеть вокруг себя. Вот только почему-то взрослые редко снимают свои очки.